Re, viss ēters ir te! Весна упорно наступает, а вирус медленно, но отступает. Но пока мы большую часть времени вынуждены проводить дома, то и развлечения вынуждены искать домашние. В этот раз я расскажу о кино, но я подобрала по рейтингу и личному опыту три лучших фильма о самых известных в мире художниках. Раз уж моя сфера искусства, будем его и держаться. Британский фильм-мультфильм 2017 года показывался и на больших экранах. А Ван Гог с любовью, Винсент. Режиссеры Дорота Кабелл и Хью Уэлшман выдали нам совершенно фантастический продукт. Это история творчества и жизни самого знаменитого художника Ван Гога. Однако создан он несколько необычным образом. Вся картина снята как картина. Фильм буквально нарисован на досках, копируя технику и персонажей Винсента. Полотно оживает, сюжет завораживает. Не зря картина была номинирована на «Оскар» как лучший анимационный полнометражный фильм. И это первое в мире кино такого плана. Оно полностью создано масляными красками. В 2002 году на экраны вышел потрясающий фильм Джули Теймер «Фрида», главную роль в котором сыграла Сальма Хайек. Мексиканка Фрида Кало – одна из самых известных, неоднозначных и скандальных художниц. Не зря ее называли «альтер-эго» Сальвадора Дали. Правда, сама Фрида это отрицала, говоря, что ее художество – это не эфемерные аллюзии, а формы, пропущенные через боль и страдания. И она имела полное право так говорить. Фрида переболела полиомиелитом, и одна нога стала короче другой. В 17 лет, попав в аварию, осталась прикованной к кровати и закованной в гипсовый корсет на год. Да только ее личная жизнь с Диего Риверой достойна отдельного романа. А есть еще знакомство с Троцким, невероятное творчество и не менее невероятные взгляды на жизнь. Драма, снятая по книге Хейден Эреры «Фрида. Биография Фриды Кало», вышла настоящей звездной картиной, став лауреатом на 3 номинации «Оскара». Посмотрите, получите колоссальное удовольствие. В 2004 году вышла пронзительная и душевная драма Майкла Дэвиса «Модильяни». Это история противостояния двух великих художников – кубиста Пабло Пикассо и экспрессиониста Амадео Модильяни, которые никак не могли поделить один город – Париж и одну женщину. Первый уже попробовал славу на вкус, второй только-только пытается завоевать мир. А в центре всего – знаменитое парижское кафе «Ротонда» – штаб-квартира художественной элиты, где собирались под одной крышей Пикассо, Ривера, Сутину, Трилла, Модильяни и каждый человек-легенда. И каждый по-своему жил, любил и творил. Конечно, хороших и гениальных картин, а не менее гениальных художниках – огромное количество. Думаю, каждый найдет себе что-нибудь по душе, так что не болейте и не скучайте. We'll be right back.